Следующая моделька у меня на обзоре Сила из серии Fila, торговая марка Fila, беговые кроссовки Fila Running. Модель называется Webroll 3M. Стоят они 4500. Вот, собственно, так они выглядят. Подъем опять же есть высокий. Промежуточный подошв используется резина амортизирующая. Energizer Rubber называется, такая довольно мягкая. Сама подметка выполнена из вставочки из износостойкой резины в пяточной части. И в носочной части тоже используется износостойкая резина для меньшего стирания подметки. Сама промежуточная подошва выполнена из материала EVA. Даунтики средней, ну, где-то средней жесткости, да, чуть выше средней. Такая даунтика, кстати, жесткая. Вот. Верхняя сетка текстильная. Так вот они выглядят. Раннинг. Сейчас оденем, посмотрим, как смотрится на ноге данная модель. Так что вот такая вот моделька, ребята. У кого есть какие вопросы, оставляйте в комментариях по поводу всей обуви. Подскажу, расскажу по моделям, по назначению, соответственно, по материалам, которые используются в данных моделях моего обзора. Если есть какие-то вопросы по покупке, тоже можете задавать вопросы. Вот. Обсудим. Модель Webroll 3M. Цена 4500. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем до следующих просмотров. Добра и счастья вам, друзья!